Ребята, всем доброе это утро. Это Викочка раскрасила в Москве пчела. Миланка уже с утра, смотрите, раскрашивает вот в такой раскрасочке антистресс. Очень понравилось. Я раскрасила вот это, а вот какой это Вика пчела раскрасила. Это бульдог, да, по-моему, да. Пёс? А вот это Вика. Ну, Лики вообще ярко, а ты ещё не дораскрасила до конца. Ты карандашами, а Лика видишь фломастером, поэтому у неё ярче все это выглядит. Вообще тут очень интересные раскрасочки. И тут есть еще. Давайте я вам покажу все раскраски. Тут пес я показала, песика. Угу. Совушка, да? Это папа раскрасил. Ой, тоже смотрите, как красиво. Только папа что-то не дораскрасил. Да. А у вот папы это... такой леденец красивый. А, вот ой, как красиво. Это ты раскрашивала? Да. Ой, как красиво. Очень красиво, молодец. Вот это, а это в машине Миланка вчера, да, пончики раскрашивала. Очень классная раскраска. Надо будет еще зайти в фикс-прайс и набрать такие. Давай. Говори всем доброе утро, да, Макс? Доброе утро, я буду дальше спать. Я буду дальше спать. Кому-то доброе утро, я буду... То доброе утро, да, но я буду спать дальше. Вставать не хочу. Так, я сейчас хочу позаниматься немного дома, лес покачать, в спортзал лень ходить, дома периодически занимаюсь. Классная раскраска, Милаш, давай, пойду я позанимаюсь. А, вот это, да. Тоже красиво. Ой, какой котик. Или это кто? Котик, наверное. Вот это я не дала. У Милош, я бы хотела, чтобы ты вот этого котика раскрасила. То ли тигренок, то ли котик, непонятно. Это котик. Котик, да. А что здесь делает Лика? А Лика делает себе макияж. Сейчас будем снимать видео. Мы так и не купили, кстати, тушь для ресниц. Но Лика красится сейчас тушью. И, кстати, ей понравилось. Она снимала у себя на канале Beauty Lika Life. И тестировала косметику из фикс-прайса. В общем, тушь это в фикс-прайсе мы купили. Мне она... Я, если честно, ею не пользовалась. Я вообще как-то, ну, не знаю, не доверяю фикс-прайс. То есть я стараюсь... Вроде пока нет варенья. Я стараюсь продукты там не покупать. И косметику стараюсь не покупать. Очень-очень редко пробуем там, вот если прям понравится маска, да, смотрю состав, все. Ну... как бы, не знаю, пробуем. И Лика вот у себя иногда снимает, тестирует косметику из фикс-прайс. Кстати, недавно купили масочку, золотую маску. Лика переживала, что эта маска испортилась, потому что она тянулась, знаете, ну, как сопли такая. Нет, вот она прям. Не тянулась, как сопли, она была желейная. Кстати, написали, что такая она и есть, ее можно в микроволновке немножко растопить, и она становится более жидкая. Не знаю, я немножко к другим маскам привыкла. Они у нас стоят, конечно. Можно попробовать, но она прикольно снимается, пленочка. Сейчас я покажу не эту знаю, маску. Я никакого не знаю. А вот что касается туши, мы никак не выберем тушь. Я не знаю, что мы ищем, но мы ее никак не выберем. У меня, кстати, закончился сегодня, это уже все, я выкинула, скраб для лица. Офигенный был скраб французские, и нужно, я его покупала в Литуале, нужно зайти что-то купить, может быть не такое, но что-то тоже такое интересное, есть скраб из фикс-прайса, мне он совершенно не нравится, когда у меня нету скраба для лица, я делаю, ну покупного, я делаю сама, самодельный, из кофе, вот кофе мы пьем, ну как в смысле гуще кофейная, вот такая вот маска, мы ее покупали в фикс-прайсе, нет, я неправильно держу, вот так, золотая маска, пленка для лица. Покажу, как она выглядит. Ну, кто не смотрел Лики на канале, не все же смотрят. А вот вариант. Очень много интересного Лика там показывает. Я знаю, что многие покупают товар в фикс-прайсе. Знаю, да. Мы в основном покупаем, часто покупаем игрушки, раскраски, вот такое, да, мне нравится, слаймы покупаем, вот говорю, продукты, ну, только, знаете, если можно такого купить, ну, вот шоколад, вот, популярный, имею в виду, не такие фикс-прайсовские какие-то, а именно вот, там, Милка, еще какой-то шоколад, такой мы берем. Вот, смотрите, вот так вот выглядит эта масочка, она на самом деле небольшая. Небольшой объем, вот так вот она выглядит, золотая, сейчас открою, покажу. Вот так вот, смотрите, она выглядит, вот она вот какая-то непонятная какая-то, знаете,
Я как-то не рискую пользоваться, не знаю, что с ним делать, если честно. Вот. Предпочитаю, если вот, что касается маски, которая очищает поры, или, сейчас покажу, какая маска, которая покупная, или же мы делаем с ликой, ой, что-то не получится, или же, одной рукой, или же делаем с ликой самодельную маску с активированным углем. Она вообще нереальная маска с активированным углем. Мы, кстати, на каком-то канале, по-моему, на Лика Лайф снимали именно эту маску с активированным углем. Вот она нереальна, но на самом деле вытягивает все загрязнение и спор. Покажу сейчас маску покупную. Вот такая вот маска. Вообще люблю, уже много раз говорила, это фирма маски. Вот эта маска на горячий шоколад, очищающие поры, маска сауна. Вот она тоже очень хорошо очищает поры. Поэтому вот это самые лучшие маски. То есть я имею в виду самодельная с активированным углем и вот такая маска. Мы выехали в сервисный центр. У меня вот хочу показывать эти часы. Немного, если видно, оно особо не видно, не бросается в глаза. Но если приглядываться, я вчера заметила, немножко потемнел корпус вот здесь вот с одной стороны. Вот тут не видно. В общем, чуть-чуть. Потемнел корпус, он не облезла, ну, краска не облезла, ничего. Краска, не знаю. Это, в общем... Это напыление какое-то. Да. Это напыление, там, микроны. Они немножко, в общем, корпус немножко потемнел с одной стороны. Мы позвонили вчера в сервисный центр, нам сказали, если это гарантийный случай, и у нас есть запчасть, ну, корпус новый, то мы поменяем в течение часа. Вот, поэтому мы сейчас выехали в ближайший сервисный центр в Радуге, да? В Радуге? В общем, мы едем сейчас туда. Еще прихватили с собой пульт у нас, короче, я не знаю, что с ним случилось. У нас... Он умер. Да. То ли вода туда попала, то ли что с ним. Я вообще не понимаю. Ой! Когда включаешь его, начинает, ну, допустим, вот интернет, да, вот мы когда включали, в YouTube хотели зайти, мышка начинает вот это вот бегать, да? Ну да, стрелочка. Стрелочка. Как будто бы какая-то кнопка постоянная, ну, нажата контакт. Да, какой-то. Короче, заглючило у нас по полной. Поедем, раз мы едем в этот сервисный центр Samsung. Заедем туда и покажем пульт, может, они смогут его сделать. Ну и заодно, ой, и заодно покажем, да, мои часики. Кстати, многие спрашивали, что у меня за часы. Вот мои часы. Я их очень люблю. Я настолько аккуратно пользуюсь, я не купаюсь в них. Хотя с ними можно спокойно купаться, но я не купаюсь, не знаю. Я очень осторожная, очень аккуратная с вещами. У меня и телефоны все в идеальном состоянии. Даже вот когда мы потом меняем телефон, смотрят, у меня он как новый телефон. И с часами, не знаю, прям расстроилась чуть-чуть. И как говорят, мам, да не парься, даже не видно. Но я говорю, почему нет? Ну поедем, если это прям вот при мне сделают в течение часа, поменяют корпус, почему нет? А начнут вот это забирать на какие-то экспертизы, доказывать мне, что это не гарантийный случай, еще какой-то ерундой. Да, я не парюсь. Нет и нет. Ну, мам, я хочу с вами. Я всегда хочу увидеть то-то. Ну, короче, мы приехали сейчас в зоомагазин. Миланка просится, Макс, нам надо еду купить, и Миланка просится с нами пойти. Ну, пойдем, Милаш, одевай курточку. Пойдем. Лик, ты посидишь? Да, я посижу. Мне не интересно, что там находится. Милан, там животных нет, там просто продают корм. Это не как зоомагазин, где животные. Ты думаешь, там животные? Там нет ни собачек, ни попугайчиков. Лишки! Там просто продается корм. И что? Давай, одевайся быстро. Ну, пойдем. Давай, Милаш, аккуратно спускайся. Давай, заходи. Видишь, тут, смотри, домики продаются. Милаш, видишь, домики разные продаются. Видишь? Пойдем. Пойдем. Да, тут видишь, сколько корма. А вот смотри, всякие мышки для котят, для животных, витаминки тут. Ну, такое все. Что? Это, наверное, для этих грызунов корм. Для грызунов, Милаш. А вон, смотри, видишь, как эти хвостики мышки там такое придают. Пойдем, Максу, выберем еду, пойдем. Вот это берем. У меня шнурок развязался. Май, давай завезу. Я завезу. Милаш, ты думаешь, получится? Миланка мне шнурки завязывает. Наш, такие шнурки, они почему-то развязываются очень. Какие-то скользкие. Ага. Ой.
Проверенные штучки, чтобы на полу грязь не разводить. Тарелочки, ватишки. Столько места занимает. Макс у нас очень культурный кот и не разводит никакой грязи. Ой, какая ты умничка, молодец. Просто я знаю, парочку некультурных котов. А, понятно. Пойдем, все, пойдем, пойдем. Короче, зашли мы сейчас в Samsung сервис. Ну, они начали, как всегда, там, типа, говорить, что это не гарантийный случай. В общем, можно, конечно, повозиться, но я решила не возиться. В общем, вот такая вот ситуация. Как всегда, обещают одно, а по факту другое. Так, ладно, мы сейчас с девчонками идем погуляем. Не хочу возиться, заморачиваться, что-то доказывать кому-то. Просто не хочу, вот и все. Что? Ну, ничего. Здесь такой фонтанчик. Нет. Мокрая будет. Машину отнесу. Давай отнесу, да. Мам, ну что ставите сами? Отказались мне их ремонтировать. Папа наш не может успокоиться, говорит, нет, я позвоню на горячую линию. И как это так, да я сейчас буду заниматься, чтобы, в общем, поменяли. Мне вот все равно. Тут не так сильно, ну, как бы, ну, видно, что там что-то вот, ну, как они сказали, типа износ. Но тут вот если присматриваться, как бы здесь, вот в этом месте, оно как бы не может никак вот как бы быть износом, потому что она не трется ни об одежду. Это если вот еще по бокам, как бы, да, то может оно поцарапаться там по моей вине, скажем так. А здесь, ну, именно вот появились какие-то темные, серые, такие, ну, не серые, я не знаю, темноватые, в общем, пятна. Меня это не напрягает, особо это не видно, если приглядываться. Я, в принципе, этого ожидала, что в сервисе не прям сразу так раз и начнут менять, как по телефону сказали. У нас, если есть эта запчасть, мы вам в течение часа поменяем. Я читала уже на форуме, всякими способами будут сваливать минус. Да, отказываться от гарантийных случаев. Я и не хотела ехать. Я говорю, да ты думаешь, они там начнут там что-то менять? Прям аж два раза бросились они менять по гарантии. Обожаю эти часы, вообще люблю Samsung, жалко, что они относятся к своим как бы покупателям. Да, папа говорит, Apple бы уже давно бы поменяли бы, я говорю, да конечно, прям, аж прям поменяли на новые они. Также бы голову морочили и говорили, что это не гарантийный случай. Вряд ли бы Apple бы прям бросились менять что-то. Короче, наш папа не успокоится, начнет сейчас писать, звонить, службу поддержки куда-то. Вытираю сюда тряпочка. Кстати, здесь вот консультант тоже этой салфеткой сейчас протирал. Знаете, вот когда протираешь очки, в наборе входит такая мягенькая, она как велюровая салфеточка. Вот такой салфеткой я и протираю сухой. То есть, чтобы какое-то средство попало, нет, и не купаюсь я с часами. Поэтому, ну, однозначно это вот, ну, как, скажем так, брак. Могли бы и поменять. Так, мы зашли сейчас в KFC перекусить. Подожди, Милаш, давай это уберу. Держи. Миланка заказала себе хот-дог. Держи крепко. Ага, картофель фри, Лика уже съела. А я, смотрите, что заказала. Вообще попробовали вот такой салатик. Как он называется? Не знаю. Такой вкусный. Я взяла два наборчика. Очень вкусный салат. Капустка, морковь здесь. И вот очень вкусный соус. Очень вкусно. Это, кстати, недорого, 50 рублей вот эта вот упаковочка. В общем, вкусняшка. Всем приятного аппетита. Мы едем домой уже. Сейчас к нам придут в гости тетя Лена с Даной. У нас, наверное, это уже как традиция, да, по субботам они к нам в гости приходят. Потому что у Данки выходной, а только воскресенье. У нее с этого года шестидневка. Вот, и всегда много уроков задают. И художественная школа. И никак. На неделе не встретятся, поэтому приходят в гости постоянно в субботу к нам. У меня есть тролль. Покажи своего тролля. Вот такой тролль. Он здесь салетовый, поросатая прачечка, салетовая и такой беленький. И а вовсе зеленый. Едем мы домой, взяли вкусные пироженки, будем пить чай, кофе, не знаю что. У нас еще мятка есть, и можно, кстати, заварить зеленый чай с мятой, ну или кофе. Мяточка. Ну что? Хочу зеленый чай с мятой и много сахара. И много сахара? Много сахара нельзя.
Ты и так будешь пирожное. Да, с имбирем вкусно. У нас имбиря нет. У нас это, мятка есть, да. Вообще я люблю, когда пирожное, что-то такое прям очень сладкое, что, ну, чтобы чай был без сахара. Не знаю, мне кажется, так вкуснее. А когда сладкий очень чай, еще сладкий, допустим, пирожное, ну, ой, чересчур. Все сладенько. Все сладенько. Лика, как всегда, зевает. Ой, Лика, как что-то такое. Как Макс, да, показываешь, он всегда зевает. Это Лика такая. Рубрика «Макс на зевалке». И я в этот момент камера. Рубрика «Лики на зевалке». Объявляем открытой. Сейчас подождите минуту. Лика за меня все скажет. Что это? Ну это яблоко зеленое, оранжевый абрикос, клубничный розовый. Розовая клубника банан, а вот это абрикос оранжевый, вот это киви, а желтая была дыня. Желтая очень-очень вкусная. Лика, открой, пожалуйста, мне неудобно. Одной рукой. И заварили зеленый чай с мятой. С мяткой. Нервишки. Всем привет. Девчонки, милаш, Дан, идите кушать. Дан, не хватит, и чего? Вкусная мята. Колючая. Девчонки, она, в общем, решили, мы сделали чай с мятой, и девчонки вкусная решили мяту мята поесть. Вкусно? Нет, она горькая и колючая. Вкусная. Мы снимали как-то челлендж, и Лика, да, Лика откусила мяту совсем чуть-чуть. Я говорю, очень горькая. Тебе разве не горько, Дан? Давай сюда мяту. Да, моя чё? Мята. Да дай, если ты не ешь мяту человеку. Ты да, чё? Вкусная мята. Да, придется спать за вами. Ну и что? Скажешь, завтра выходной. Да. Имею право, да? Да. Миланка там что-то рисует, да, они татушки делают.